Всем привет! Ну что, начнем обзорчик. Естественно, не на эту модель, а на Mac Superliner. Конечно, модель шикарная, бесплатная, сделана классно, качественно. Ну ладно, чего тянуть? Пойдем смотреть. Идем в покупку грузовиков. Сейчас все по порядку расскажу. Есть один нюанс, который мне немножко... Не то чтобы не устраивает, может это специально так сделано, может это и было так с завода, не знаю. Ну, сейчас я вам все покажу. Вот у нас Mac Superliner. Изменить конфигурацию. Вот такая вот у нас модель, конечно, выполнена качественно. Но вот не знаю, вот насчет вот этого вот крыла. Оно как-то завалено назад. Может, оно так и было в природе? Ну, не знаю. Мне кажется, было ровно. Ну, ладно. Не в этом суть. Все ссылки будут в описании. Переходите, скачивайте Mac Superliner. Там еще есть старый Mac R600, R700 с дополнениями, аддонами. Но для этого вам придется скачать в свободном доступе на любом сайте бесплатных модов Mac Air серии. И скачивайте с этого сайта ссылку на дополнительные детали. Для этого ничего не надо. Просто скачивайте Mac Superliner и все работает. Ну, приступим. По кабинам. Кабина у нас одна, только меняются фары и фильтра. Если вы возьмете так и пойдете дальше тюнить, то фильтра вы не сможете поставить. Значит, выбираете с фильтрами. Дальше их можно будет подтюнить немножко. Здесь меняется только фары. Также видите, фары такие и с фильтрами воздушными. Давайте возьмем вот этот вот. Пойдем дальше. По осям у нас, ну, это вроде 6 на 4, 6 на 4 по длине и 3 эксел. В принципе, здесь особо ничего не добавляется. Давайте на этом соберем двигатели. Двигатели здесь свои. Если у вас есть зимодовские двигатели, либо какие-то другие двигатели с OpenDEF, то вам надо будет прописать этот Mac. И двигатели у вас будут работать. Как это сделать? Давайте перейдем. Но у меня тут немножко исправлено. Допустим, идем. DSGD. Так, вот Mac Air Series. Вот он, Mac Superliner. Если он у вас такой просто, Mac Superliner, то сжимаем в zip и открываем zip-овский файл. Два раза тыкаем. Вот он у нас открывается. Мы идем с вами в dev. Vehicle Track. И вот он называется Mac.SuperVD. Все. Мы это запоминаем. Идем в зимодовские файлы. Вот, допустим, K3406E. Вот он у нас OpenDev файл. Открываем его. Здесь у вас только одна папка dev, vehicle, track. И здесь мы берем вот так вот, вытаскиваем на рабочий стол, переименовать и пишем mac.supervd. Все. И перетаскиваем ее обратно. Окей. Вот он у нас
появился. Все, закрываем, сохраняем. Отсюда удаляем, заново открываем и извлекаем на рабочий стол. Вот он у нас появился, потом мы его закидываем в нашу папку с модами. Все, все, с этим понятно. Пойдемте дальше. Коробки. Здесь у нас 12 передач, 10 передач, 5, 4, 13, вот 18 есть, но они с разными передаточными числами. То есть ретардером нету. Ну, можно поставить, где вот 3,55. По салону. Салон, конечно, шикарен. Выполнен, ну, вообще классно. Он у нас либо в таком коричневом цвете, либо он у нас в черном цвете. Ну, оставим в коричневом. Пойдемте по раскраскам. Раскрасок тоже полно. Все красится. Все как хотите. Так и раскрашивайте, как душе угодно. Также здесь вот есть такая вот надпись. Раскрасок полно. Раскрасок очень много, то есть можете все перекрасить, все красится в разные цвета. Ну, давайте оставим эту и пойдем собирать, смотреть, что у нас тут по тюнингу. Бамперов тоже полно, здесь всякие номера, всякие. Ну, вот есть кастом плейты. Это по другой бампер, лицензии, брызговики. Но это на другой бампер ставится. Не обращайте внимания, что они криво. Вот, сюда вы можете поставить вот эти вот брызговики. Где они? Вот они. А, тоже не встают на этот бампер. Ну хорошо, пойдем дальше. Вот есть флатовский. Также вот здесь вот, если заметили, есть такая вот штучка, маркер. Сюда мы можем с вами поставить вот такие вот огоньки. Ну и здесь дальше натыкать. Также вот здесь вот посередине можем поставить номер. Можем взять его родные, скажем так. Ну, вот эти вот здесь не встают. Это под другой бампер. Также есть крашеный с табличкой, хром с табличкой. И вот он, наш бампер. Есть простой, есть белый и есть вот с такими вот антенками. Вот такой вот есть сток и вот есть хромированный. Давайте оставим хромированный. И вот дальше вот здесь сюда спокойно вы можете применить вот эти вот брызговики. Да, где у нас вот эта вот лицензия и такс. Вот он, custom plate. Все, вот такой вот у нас, конечно, вот этот бампер самый, ну, шикарный, скажем так, для этого трака. То есть он лучше всего подходит. Ну, классно, классно. Пойдемте дальше. Здесь у нас с вами меняются огни. Это обычные. Это у нас будет гореть. Ну, можно поставить вот эти. У нас вот будут вот эти огоньки, ну, гореть постоянно. Здесь сейчас не видно, но на улице будет это все работать. Здесь у нас ничего не меняется. Здесь у нас с вами либо черный утенок, либо серебряная собака, серебряный утенок, золотая собака и золотой утенок. Ну, оставим серебряную. Здесь у нас мохобойники разных цветов. Ну и чуть разные формы. Ну, оставим вот этот вот прозрачный. Дальше здесь мы с вами можем поменять на ледовские поворотники. Также поставить зеркала.
И вот этот вот поворотник у нас тоже меняется на LED-овский. Здесь у нас с вами флажок, если кто будет на нем таскать, скажем так, не габариты, можете поставить. Переходим дальше. Здесь у нас с вами дефлектор закрывающий. Здесь мы можем с вами оставить либо цвет, вот эта часть, либо хром. Ну, лучше оставить цвет. Здесь мы с вами можем поменять верхнюю часть, она либо крашеная, либо у нас хромированная. Также у нас здесь меняется с вами фильтра. Можем такие фильтра поставить и в цвет. Такой фильтр, такой цвет. То есть фильтра тоже есть. Вот этот вот квадратный, не знаю, ну, если так подумать, его надо было меньше делать, либо как-то смещать в сторону, как дверь открываться будет. Никак. Ну, вот эти чуть подлиннее. Давайте оставим, наверное, вот эти вот, да, и возьмем хромированные. Также вот у нас с вами третий, мы можем вот эти вот вещи с вами оставить либо цвет, либо черный. Ну, оставим хром. Здесь у нас табличка. Здесь у нас с вами, ну, к лампочкам чуть-чуть попозже вернемся. Здесь у нас с вами козырьки. Есть такой вот козырек в цвет, но с хромированной надписью, без логотипа и крашеный логотип. Либо вот такой вот у нас с вами козырек. Ну, оставим вот такой вот. Дальше здесь мы с вами можем поставить либо такой вот спойлер с такими воздухозаборниками. Ну, мне этот спойлер не нравится. Либо просто оставить воздухозаборники. Здесь у нас также маковские с вами дудки. Также можно поставить другие. Вот есть Sound Fixes. Да, у меня мод стоит Sound Fixes. Train Horn, Grey Horn. Ну, допустим, вот это вот поставим. Да, да, так что есть и другие. И вот с лампочками. Ну, лампочки мы с вами можем поставить току, скажем, вот здесь вот. Либо не использовать дудки. Хотя тут расстояние маленькое, ну не знаю. Ну нет, как-то не особо смотрится за дудками. Ну смотрите, на ваше усмотрение, как душе угодно. Ну и здесь мы можем с вами поставить маячки. А, кстати, если у кого есть пак от КСВ, Light Pack, от Кишаду Волкера, можете спокойно использовать. Так, салон. Он прописывается сюда. Да нет, он вроде так применяется. Ладно, пак без прописки. Так, тут все. Зеркала. Зеркала у нас с вами хромированы с такими полосочками и с логотипом Мака. Либо крашеные, либо вот такие вот двойные. Но жалко, вот здесь на крашеных нету логотипа. Оставляем эти. Вот тут мы с вами можем поменять у нас либо краска, либо у нас полированные с вами. Либо двойные, либо одинарные. Также полированные, также стоковые. Ну, оставим краску. Здесь у нас с вами, а давайте сначала бак, у нас есть крашеный, алюминий и хром. Также у нас есть большие с вами, также краска, алюминий и хром. Ну, возьмем маленький хром и оставим вот эту вот краску. Также у нас есть хромированные, черные и крашеные. Пойдемте дальше. Здесь у нас трубы с вами 5 инч, стоковый алюминиум, 6 инч и 8 инч. Давайте оставим восьмерку.
Здесь мы с вами можем поставить ну, такой вот дефлектор. Ну, возьмем вот этот, поинтереснее будет. И здесь у нас с вами насадки. Разные насадки. Высокие, пониже, с разворотом. Также здесь у нас есть экстра лонг. Так что глушители тоже полно, с разными градусами, с разными разворотами, разной ширины. Ну вот здесь вот обратно мы с вами поставим вот эти вот, ну, возьмем вот эти маленькие. Так, к этому мы вернемся сначала. Ну, у нас с вами закрывает, скажем так, раму. Либо вот такой вот полностью хромированный настил. Тогда теперь мы с вами можем поставить такую вот, не знаю, как она называется по-русски. Вот, либо у нас черная, ну, можете под цвет выбрать, либо у нас такая вот алюминиевая. Ну, оставляем алюминиевую. Здесь у нас с вами рама либо черная, либо крашеная в цвет. Здесь вы можете выбрать дополнительные баки, также разные, либо ящики, либо ступеньку. Ну, можно поставить ящик. Здесь у нас с вами крылья. Да, такие вот, скажем, полукрылья. Также хром цвет. Эти вот квадратные и вот эти вот крашеные. Ну, можно сделать, допустим, вот эти вот крашеные. И сюда с вами поставить брызговички. Вот. Ну вот здесь я прописывал Кишаду Волкер. Лампочки. И вот здесь вот тоже нюанс. Мы можем с вами выбрать такие вот стоковые крылья, ой, брызговики, либо вот такие вот, да, но тогда мы с вами можем использовать только вот такие вот крылья, да, без брызговиков, но можно и так, ну, кому как нравится. Здесь у нас с вами может такая вот плита использоваться, как пустая, так и с номером. Тоже хромированная, алюминиевая и крашеная. Но есть рамка с подсветкой. Либо мы используем такие вот с вами брызговики. Также здесь мы можем поставить с вами вот брызговик. Здесь также мы можем с вами закрыть, либо у нас будет использоваться под маркеры с лампочками. Также хром цвет, либо у нас надписью MAC. Также хром и цвет. Ну, я оставлю надпись MAC. И здесь вот пойдем. Также вот здесь вот лицензия Plate и лампочки. Лампочки, конечно, классные. Есть такие. Есть сплошные. Есть вот типа флейтлайновский закос, скажем так. Есть маленькие. И вот есть такой вот решеткой. Тоже они вот как с точечками, сплошные, как флейтлайновские. То есть лампочек тут предостаточно. Есть вот такие вот с козырьками. Но нету под габарита, да, то бишь мы с вами что делаем? Мы делаем с вами, к примеру, три поворота налево, три поворота направо. Сюда мы с вами ставим, мне вот эти вот понравились.
где они вот small маленькие. Сюда мы с вами можем засунуть реверс, а это flat line такой, да, нет, не такой хочу. Если у нас обычный, значит мы с вами ставим обычные вот такие вот. А, ну тогда у нас козырька нету. А почему? С козырьком. А, вот он, да. Визор 19. Ну а вот здесь мы с вами можем сделать вот эти вот маленькие поставить. Где они, семерки? Так, так, вот так. Вот эти вот small ледовские с козырьками. И будет все прикольно, классно смотреться, гореть. Все. В принципе, на этом весь тюнинг и заканчивается. Если у вас есть какие-то колеса по колес, можете спокойно ставить. Ну, здесь все это поддерживается, скажем так, и стандартные. Да, можно поставить. По салону. Салон, здесь у нас козырек, у нас с вами вот такая вот висюлька. Здесь вы можете поставить из сисла, да, то есть что угодно. Тот же самый навигацию, можно такой большой поставить. Да, перейдет это и здесь. Здесь у нас с вами все под фильтр. Это под капот. Здесь либо такой вот маленький поставить навигатор. Здесь тоже на дэш. Вот здесь вот с вами рация. Так что здесь можете из сисла натыкать там что угодно. Скажем так, вон там, я не знаю, сигареты кинуть. Здесь у нас с вами хромированные ободки. Это бампер. Рули. Руль у нас либо черный, либо коричневый, либо такой побольше черный, либо черный поменьше. Ну, мне нравится этот руль. Также вот здесь вот мы с вами можем менять на черный и на коричневый. В принципе, все. По тюнингу все. Вот такой вот у нас получился трак. Модель, конечно, классная, хорошая, качественная. Еще раз повторюсь, бесплатная. Но, блин, я не знаю, вот с крылом. Может, его все-таки надо было как-то опустить, сделать его, ну, поровнее. А может, так оно и шло с завода изначально. Ну, пойдемте посмотрим на улицу. Он у меня вроде есть в грузовиках. Да, послушаем, как говорится, посмотрим. Да, вот он у меня есть. Идем за руль. Да. Сейчас у нас подгрузится. Не так это все быстро, скажем так, тут происходит. У меня куча модов, все не работают, ничего не конфликтует. Все нормально. Все отлично. Скажем так. Ой, жалко, что у нас ночью. Ну, давайте заодно посмотрим, как у нас все светится и работает. Ну, такой вот звук, естественно, это зимодовский звук. Вот так вот у нас все это горит. Я сделал себе вот такую вот рамку с такими крыльями. Все у нас классно. Ну, выглядит, конечно, блин, шикарно. Выглядит шикарно. Ну, так вот выглядит в салоне. Подсветки здесь вроде нету. Да, подсветки салона нету. Нет у нас маячки. Все как бы вот
присутствую. Не, сделано все отлично. Анимация педалей есть. Дворники есть. Ой, поворотники и дворники. Парашют у нас работает. Там вот крутилка. Это у нас все работает. Дворники. Окна у нас открываются. Закрываются. Парковочный тормоз. Все убирается. Вот такая вот моделька у нас была на обзоре. Так что всем удачи, кто смотрел. Как-то так. На этом все. Берегите себя. Берегите близких. Не болейте. До новых встреч.